что установка идет на открытость. Я сам веду личный прием, все министры ведут личный прием, там у нас график расписан, да, в принципе, и вне графика они принимают. Ну и, соответственно, вот практику встреч мы будем продолжать. Мы сейчас по всей республике проезжаем, то есть будут встречи во всех райцентрах, городах. После этого по крупным пунктам сельским поедем. Вот. Ну и соответственно установка идет от республиканской власти и муниципальным властям систематически встречаться с населением, проводить публичные отчеты, чтобы главы у нас муниципалитетов и районов, и сельского уровня видели проблемы своего населения, слышали и были в диалоге с населением, а не в кабинетах у себя закрывались.